Всем привет! Это «Бригада А», и сегодня у нас потрясающий выпуск. Ведь у нас в гостях вратарь хоккейного клуба «Торпедо» Андрей Тихомиров. Андрей! Привет! Ух ты! Привет. Ух ты! А как ты проводишь свободное время? Стараюсь провести его с семьей, с моими любимыми дочками, с любимой женой. Вот! Я тебе предлагаю вообще по-другому провести сейчас твое свободное время. Мы находимся около Нагорного дворца спорта. Рядом с нами потрясающая локация, обновленный парк «Швейцария». Пойдем туда гулять? С удовольствием. Поехали. Ой, машина здесь как раз. Да, Андрей, ну что, мы уже ставшие легендой, мне кажется, Нижнего Новгорода, Швейцарии. Как тебе здесь? Поделись впечатлениями. Я, честно, первый раз здесь. Первый раз? Да, первые впечатления очень классные, все нравится. То есть ты, правда, ни разу здесь не был? Ну, а когда? У меня всегда тренировки, игры. Офигеть. Я сейчас тебе все покажу. Пойдем. Андрей, это детская горка. Ну как? Весело. Вырубал кого-нибудь? Ну, не, вырубать не вырубал. Ну, по детству сейчас уже, в принципе, драться нельзя. Вратарь очень сильно наказывают. А так в команде-то, в принципе, практически каждая группа сходит в стычки. Ну, а ты просто со стороны стоишь, такой, давай, давай! Ну, и как бы, не давай, давай, но очень приятно, когда вступаются со своих товарищей по команде, поэтому я только поддерживаю это, мне нравится. Андрей, это большой гамак! Это не гамак! Смотри, как большие хоккейные ворота! Это не ворота, я бы в такие не пропустил. Андрей, ну, главная достопримечательность парка – бревно! Два! Ну, согласна, такси-арт-объект. Вот я замечаю, что ты часто на матчах клюшкой, когда стоишь в воротах, делаешь тан, тан, тан. Ну, я, может быть, чуть-чуть гипертрофировала, но зачем? Все вратари так делают. Это подсказываем игрокам по команде, что выходит четвертый игрок или пятый в штрафованной команде. Ну, то есть слышат все здесь, и где-то внизу в подвале люди тоже в курсе, что сейчас выходит еще один человек. Ну да, и самое главное – помощь команде. Андрей, это качели. Давай качаться. Убрался! Ну что ж, вот мы с Андреем прогулялись по Швейцарии, считай, попутешествовали. Андрей, как тебе? Спасибо большое за экскурсию, мне очень понравилось. Вам большое спасибо, ребят, за просмотр. Подписывайтесь на наш аккаунт. И приходите на наши домашние матчи. Пока!